Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречались с парнем 2 недели, после взяли перерыв и вчера расстали. Он сказал, что ненавидит меня с нашей первой встречи, все, что делал, было не от сердца. Но я этому не верю, потому что в моей памяти это были теплые отношения, где мы всегда друг друга поддерживали. Я никогда не желал ему зла, возможно ли, что он сделал это все специально. Чтобы я его просто вот ненавидела, а после отпустила. Если да, то зачем? Как теперь заполнить эту пустоту в душе? Ну, смотрите. Вы встречались с парнем 2 недели, и, в общем-то, если за это время, за 2 недели, что вы встречались с этим парнем, у вас, скажем так, возникла некая привязанность к нему, вот. Я думаю, что это уже повод несколько так вот задуматься, да, и вообще-то, ну, я честно скажу, я думаю, что это вообще повод вам вот пойти на психотерапию, вот. Потому что такая вот, ну, достаточно получается быстрая привязчивость, вот, к, ну, к человеку, вот, к мужчине, да, она вызывает, ну, определенно она вызывает вопрос, вот, совершенно определенно она вызывает вопросы, вот, потому что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что у вас были некие вот потребности, у вас были некие желания, у вас была некоторая вот, ну, некая такая уже готовность, вот, так скажем, что-то видеть в человеке, с которым вы, значит, начали встречаться, да? Что это значит? Вот, это значит, что вы, ну вот, наполнили его тем, что вам хотелось. Вот. Вероятно, это произошло даже самой вот первой, так скажем, встречи. Вероятно. Вот, вероятно, это происходило с самой первой встречи, вы его начали наполнять своими, вот, так скажем, проекциями, да, то есть тем, что у вас было до отношений, вот этой вот своей интенции к привязанности, вот. То есть что здесь и внимание повышенное, здесь и общение, здесь и какие-то ожидания, вот. И некоторые люди на самом деле не могут сразу этому сказать нет, вот. Особенно если это вот, ну, такие прямо, ну, такие сильные, да, эмоции, какие-то вот сильные такие проявления. Некоторым людям просто неловко сказать нет, некоторые люди просто теряются, вот, не знают, что делать, не знают, как себя вести, вот, и, соответственно, потом, когда проходит какое-то время, люди, ну, в людях копится вот это вот недовольство, копится вот эта вот неудовлетворенность какая-то, и они как бы вот взрываются, да, обвиняя, соответственно, уже человека, то есть вот в данном случае вас,
в том, что вот все это было не по-настоящему там и так далее. Хотя, по большому счету, основной момент заключается в том, что вот, ну, слишком вот, слишком вот человек такой вот оказался нерешительный в плане, не знаю, ну, боялся, там, может быть, вас обидеть, да, что-то вот сказать не то, знаете, вот такая история вполне себе может быть. Но я его сейчас не обрадую ни в коем случае, я просто говорю, ну, как могут развиваться события. Вот, потому что если у вас вот за 2 недели возникла пустота, да, то есть что это значит пустота? Это значит, что полностью вы переключились вот на человека. Вот, то есть вы уже готовы были вот на кого-то переключиться, вот вы нашли предмет, на который вы переключились и все. Вот. Но правда в том, что человеку, может быть, в общем-то, и не нужно было, чтобы вы на него переключались. Вот так, по крайней мере, не нужно было. Вот. Человеку, может быть, нужно было, чтобы вы кратко не переключались, потому что это накладывает, ну, может накладывать некоторый такой отпечаток ответственности, некий такой отпечаток какой-то такой тяжести, да, и, в общем-то, ничего хорошего из этого не получается по итогу. А вот. Поэтому ваше желание, там, грубо говоря, его понять, ваше желание понять мужчину, да, вот зачем он это сделал и так далее, оно понятно. Вот, оно, наверное, естественно здесь, вот, но вместе с тем оно, к сожалению, оно деструктивно. Вот, потому что это опять же идет у вас идет опять же переключение на вот как раз ну на товарищ, вот идет переключение, да, то есть как бы вы вот, переключаетесь на него здесь в этом контексте, вот вы переключаетесь как бы на мужчину. И, соответственно, как-то вот становится от него, ну, вот, зависимый, к сожалению. Вот. Ничего, как бы, опять же, хорошего, да, ну, из этого не получается. Что делать с пустотой? Ну, вот, да, про которую вы говорите, например, что делать, вот, что делать с пустотой. Ну, пустота это, как правило, это некая такая вот подавленность, значит, ну, как правило, да, пустота это вот некоторая такая подавленность, то есть когда человек просто себя подавляет, вот. То есть здесь, ну, можно вот сказать, например, что вы с, вот, ну, полностью, допустим, себя, например, полностью себя подавляете, вот. Все, что в себе подавляете, вы, ну вот, переносите на мужчину, вот, если он соответствует вашим ожиданиям,
ну, допустим, опять же, вот. И начинаете как бы жить уже его жизнью. Начинаете как бы, ну, за счет него жить. Вот. Это, собственно, такой вот наиболее, наверное, ну, наиболее, наверное, такой вот деструктивный способ как-то вот обращаться со своей жизнью вообще. Я бы сказал, по крайней мере. Ну, вот, поэтому решать, конечно, вам здесь этот вот, ну, этот момент. Но я бы смотрел бы именно в сторону того, да, ну, а я-то вообще, как бы, чего я хочу, я-то вообще, какая, я-то вообще кто, мне, вот, ну, вообще, вот, что нужно мне, вот, то есть я бы вот как-то больше бы, наверное, на это бы обращал внимание, да, то есть, ну, вот, например, вот, допустим, не обесцениваю ли я себя, да, если, там, вы чувствуете, например, что к человеку привязались, ну, или привязываетесь, если вы ощущаете вот этот момент, то очень важно вот в данном случае постараться понять, как это происходит. Вот. То есть, как именно вы к человеку, ну, привязываетесь. За счет чего это происходит. Пустота сейчас, которую вы ощущаете, как вы ее ощущаете, как вы, ну, понимаете, например, что это вот, что это вот именно пустота, да, а не там что-то другое. Вот. То есть, ну, вот этот момент нужно в данном случае, как мне кажется, рассматривать, да, 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 то есть, ну, вот, стараться вот, подробнее смотреть на эти вещи, вот, потому что это то, что вам, ну, вот, сейчас, на данный момент, ну, больше или сильнее всего вам как-то вредит, да, да, делает вас несвободной, причиняет боль, вот. Опять же, подобное поведение ваше, ну, ну, вот, подобное поведение с вашей стороны может говорить и о том, например, что вы где-то вот в глубине души, например, боитесь того, что вас, например, бросят, вы боитесь того, что с вами, например, не захотят быть в отношениях, ну, допустим. Вот. И, ну, как бы, вот, подаете себя. Да, подаете себя таким образом, что вот только меня не бросай, например. Вот. Ну, ну, из-за страхов каких-то, да, из-за сомнений своих каких-то, еще из-за чего-то. Вот. Не так-то важно, на мой взгляд, сейчас, по крайней мере. И, соответственно, вы выбираете того, кто вот, ну, 100% вас бросит. Например. Вот. Тоже, знаете, такая ситуация может быть. Тоже такая ситуация вполне реальна. Если вы, там, допустим, ну, о себе, вот,
такого мнения, да, если вы себе, ну, себя так вот преподносите. Вот вас бросают, и вы получаете вот шикарное подтверждение. Вы получаете шикарное подтверждение того, что вот все мужчины, например, вас, ну, бросят, то вы недостойны отношений, ну, к примеру, и так далее. Вот. То есть тут очень много достаточно факторов. Вот. Но то, что вы сами можете, вот, ну, для себя сделать, то, что вы сами, то, чем и как вы сами можете себе, например, помочь. Вот это сейчас вот посмотреть, обратить вот свой взор вот, ну, внутрь себя, да, и просто посмотреть, вот привязка моя к человеку, да, она, ну, за счет чего? Появилась, за счет чего она образовалась, за счет чего она, за счет чего я сейчас ее чувствую. Вот. Вот это важно, как мне кажется. Понимаете? И вам самой будет проще, как бы это увидеть вот в какой-то степени системно то, что с вами происходит. Это вот не какая такая случайно, да, что вам попался человек, там, негодяй и так далее, да, а то, что это вот, ну, такая достаточно закономерность, достаточно серьезная и вот в какой-то степени даже неотвратимо закономерность, если человек транслирует, например, что, ну, что меня могут бросить, вот, то его, его скорее всего бросит. Вот. К сожалению. Вот так это, в принципе, и работает. Вот, ну, на этом, наверное, все. Вот. Жаль, конечно. Очень жаль, что, ну вот, что вы оказались в такой ситуации. Очень жаль, что так вот получилось. Очень жаль, что вы пережили такой опыт, вот. Но из него можно извлечь урок, из этого опыта. Можно сделать выводы, ну, соответствующие выводы, вот. И можно таким образом что-то поменять, вот. В своей жизни, если вы хотите это, если вы хотите что-то менять. Вот. Я пока не знаю, потому что ваш вопрос, он больше как-то про то, чтобы понять другого человека, ну вот, не про себя, да, а вот именно чтобы понять, ну, чтобы понять именно мужчину. Вот, тут чужая душа потемка, то есть, ну, не занимаются психологи тем, значит, что, ну, вот, объясняют поведение, там, ну, людей, да,
вот, ну, не занимается психолог таким, таким, вот. Мы все-таки, ну, мы все-таки больше про то, вот именно, чтобы, ну, помочь, помогать людям именно, вот, разбираться вот, в себе, а не про то, что, ну, чтобы обсуждать других людей. Вот. Я бы даже сказал, что третьих лиц, вот, ну, обсуждать нельзя. Это не этично. Вот. Ваше, как бы, желание это сделать сейчас понятно, вот. Но это не значит, что мы это будем делать. Вот. Поэтому вот, в данном случае тоже вот как-то хотелось бы, чтобы вы постарались понять нас, постарались понять специфику работы нашей. Вот. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за значит, обратную связь по моему ответу. Вот это позволит вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго, желаю вам удачи, вот, надеюсь, что ситуация ваша будет самым лучшим образом разрешена, вот, но рекомендую вам не затягивать и обращаться за помощью, потому что в следующих отношениях у вас может быть то же самое. Удачи!